6, 4, 7, 8. Вы можете забыть свое имя. Вы можете забыть, как зовут вашу маму или когда родился ваш папа. Но цифры 6, 4, 7, 8 вы не вправе забыть. Понятно, чуйник? Подожди, какие цифры? 6, 4, 7. А что дальше? 8, 6, 4, 7, 8. Это очень важно запомнить. Это код от этой радиостанции. Мы нашли его в конце предыдущей серии. В конце предыдущей серии под водопадом, оказывается, был скрытый компудактер, который наконец-то за 4 серии на новой карте маньяка сказал нам код, Икс Данил. Поэтому не забудь, мой хороший, его, пожалуйста. Если вдруг мы сегодня выживем и дойдем до радиоприемника, напомните мне потом эти цифры. Не-не-не, подожди, он ошибается, твой компьютер! Я вообще другой результат получил! Я помню, их было 3000... Он опять думает, что дело не в звёздах! 528 вроде, я не помню, что-то типа того! Но точно не 6478! Так этого человека к радиоприемнику не подпускать любой ценой! Если я выживу, тогда я в этот радиоприемник введу эти цифры! Всем понятно? Да понятно, понятно, давай уже начинай эту игру! 6458? Нифига себе, это я появился на самой верхней этой точке всей этой карты, ядрён батон, и маньячелло один побежал вот туда с бензопилой. Так, сразу в самом начале можно посмотреть, находится здесь радио или нет. На этой вышке я его не вижу. И на той вышке я тоже вроде его не вижу. Это значит то, что радиоприемник появляется только после того, как мы починим все вот эти компудахтеры, которые вот здесь, там и там. Так, ладно, иду. Я как бы должен туда запрыгнуть, допрыгнуть и не сдохнуть, самое главное. Потом допрыгнуть, да не перепрыгнуть бы. О, бензопила, аптечка раз, лом два. Я знаю то, что здесь тоже есть еще один предмет, его можно достать через маленькую дырочку. И вот он здесь находится, вот, адреналинчик. Такой лайфхак небольшой по предметам, в ту сторону я не пойду. 9 нафиг человек. Так вначале вроде меньше было, не? Я сразу же вот это прям фартит в самом начале, там уже кто-то генераторы вот эти ремонтирует. Вот это фартит в самом начале, самые полезные предметы нашел в первую секунду, вот эту первую минуту игры. Так, я не помню, здесь тоже где-то какой-то предмет должен появляться, только я не помню в каком лейбе. Ну ладно, нафиг там что-то, генераторы кто-то чинить не умеет, я не понимаю. Наташа! Господи, чини, давай! Давай! Да, 4, нифига себе, 4 из 5, так, здесь банан, здесь на так, дорогу, а ты откуда взялась? Тебя не было! Я здесь была, за мной псих с бензопилой гоняется! О, отлично, сейчас побежали дальше! Есть какой-то дробовик, ребята? Есть дробовик? У меня! А дашь дробовик? Сфига ли? Ну ладно, держи. О, спасибо. Так бы сразу дал мне просто бы патроны, так в другую сторону бежать надо. Каждый раз бы так играли, я не успел сюда добежать, они уже один генератор отремонтировать успели. Каждый раз, да, бегите все в цирк. Ну получается, я тоже, да, в цирк тогда побегу, потому что маньячелло бежит в ту сторону. Костя, давай быстренько! А, бежи. Не забывайте заглядывать в эти палатки. Он выгидрен потом, здесь вот этот, здесь адреналин валяется, его никто не поднял. Забегайте, давайте вот сюда, и я залезу вот сюда наверх и буду прикрывать вас здесь сверху, не шандарахнуться. Молодцы, чините, давайте дальше. Так я бы чинила, что ты чинишь? А... Да. Вы уже починили здесь генератор? Иди, чини дальше, иди, чини.
А ты что туда забрался? Да понятно? я слезлил. Опа-на, здесь у нас аптечку забираем. Вы, походу, здесь предметики не ищете, да? Не знаете, то, что там у нас аптечка появляется, а здесь кусачки. Короче, у меня все предметы, походу, да, есть? Пошли, чайник. Друзьяшки мои, привет! Идюшечка, та-та-та-та! Стой, моя! Херейт! Так он один из трех людей, кто знает код, нафиг код радио, и как же теперь ему повезло, не повезло быть вот этим вот маньяком, каким и... Продам гараж. Да. А! Теперь ему не повезло быть маньяком. Подожди, я кусачки подниму. Здесь тоже есть кусачки. Вот это, вот, через дырочку. Вот, поднял. Кусачечки, валим отсюда. Да ты что делаешь? Там 70% было, Поднимай кусачки, давай. Я ты не видишь, у меня дела поважнее, чем твои кусачки. Тогда я подниму эти кусачки нормально. Они прям чинят. Я же чиню! Да мне вообще без разницы, я тоже чиню, за чайником там охотится сзади. И зачем вы его сюда привели? Ну, сейчас сюда прибежит и все. Я чиню, и у тебя электрошокер в руках, иди вот это, иди шатарахни его, она... Нормально, вверх, туда, он там где-то сейчас выбежит. Я чиню, ты прикрывай меня своим молотом, вот это вот, чайник. Да я сейчас его отмолочу. Иди сюда, я тебя сейчас буду молотком молотить. Где ты спрятался, трусишка? Ну ты переигрываешь, не надо прям такой серьезной быть. Просто по башке его стукни и все. Думаешь? Починю. Давай. Кто там, кто, откуда? Здесь тоже электро... Слушай, вы вообще предметы, походу, сегодня не собираете. У меня трое кусачек, нафиг. Зачем мне столько кусачек, я не понимаю. Пошли давай. А где последние два генератора? Я не помню. Один в лесу, вон там он есть. Но там был херейд, поэтому я не смогла... Ну так иди вот туда к херейду, привет ему передай. Банан, чё там прыгаешь? Чё туда залез? Слезай оттуда. Я не понимаю язык жестов этот. Банан, так, я не знаю, есть тут еще какие-то предметы или нет. Или они уже все подняют. Да, вот. Вот это самая лучшая нычка. Ядрен батон, Ашана уже на пол положили. А, вот Ашана и сдохла. Уля-ля, убит маньяком. Генератор убит маньяком? Вот тебе и на-на-на-на-на-на. А, так хорошо то, что он меня в этом сральнике не заметил. Это значит, здесь у нас есть предметик. О, набор спасения пригодится. Я пойду, а здесь уже отремонтировали. А где последний генератор? Американские горки. Именно там, куда я отправил чайника чинить этот генератор. Залезаем вот сюда, да, вот там вот. Нет, отремонти... О, господи! Ты откуда с берега вылезла? Там ничего нет, Стасик, тут не надо бегать, а пробратуй, стоп! Она побежала нафиг. Выбраться я не знаю! В эту сторону залезай! Я полезу туда! Господи, вот сюда запрыгни! Вот так вот перепрыгни и пошли давай за мной! Не, Стасик, ты угораешь, запрыгни на эти рельсы и потопали давай! Я не умею паркурить! Ой-ой-ой! Давай, я задержался! Господи, иди убей, Стасик, она бесполезная. Ага, я сюда. Погодите, я вас прикрываю. Ой, у меня нет отверточки. У кого есть отверточка? 70%, 80%. У меня нет отверточки. Да, прикрывай. Иди вот это, ибо поведи сюда. Отдай! Я задерживаю, последний генератор! Давай, чё, подожди. Я попал! Нет, вы не пощадите его! Почините! Давай, из пяти просто... Он в туннельчике! Он пропал! У меня такое ощущение, вы его телепортатором куда-то шандарахли. Он сзади! Да, господи, он меня ударил! У меня две жизни, я...
Господи, просто последний вот этот почините, пока он бежит. Вот здесь от меня не достанет. Мне всегда вот это вопрос интересовал, что там находится под землей. Да, просто! Господи, еще и бишку положили. Помогите! Да, по-твоему, нет, спаси! Что, по-твоему, еще и чайника положили. Спаси, пожалуйста! Да я еще раз меня попросишь спасти! Отойди в сторону, я не могу тебя через кусты спасти! Сюда, ко мне, сюда подойди, чтобы я не стоял! Спасти. Ну, давай, все, давай, уже быстрее! Не шевелись, просто жди. 80% осталось, дыши. Да не так громко, в себя дыши! Да, да. Задержи дыхание, Эдрион Батон. Чини. О, спасибо. Чини, это... Плохо, не отвлекают его внимание, чайника подняли, если что, я его задержу, у меня патронов, конечно, а Костя сдох, что ли? Где Костя? Да фиг его знает! Сдох! У большинства игроков по одной жизни, так, ладушки, а... Да! Давай, давай! Попался, Что? Ага! Ага, что, не ожидал? Я же... Как он меня ударил? Я тупо прокакал аптечку, беги, убежка, лечи, не меня, ладно, я отвлеку. 60%. Ой. Господи, чуди, мой хороший, пожалуйста, я бегу в эту сторону. Растяжка. Молодец. Идемте чинить компьютеры. Давай, беги, вот сюда чинить компьютер, или туда, мне вообще пофиг, иди чинить 4 компьютера. О, здесь гаечный ключ, офигенно, спасибо, я гаечный ключ нашел, тогда я нашел. Я нашел гаечные ключи, надо бишка залезай внутрь. Иду. Там внутрь запись поле. Куда ты идешь? Эй, Дусик! Привет, Дусик! Да-да. Прости, бишка, но моя жизнь дороже, чем твоя 100%. Я пока побегу быстренько. Чините генераторы вот в эту вот сторону. За мной не побежал, я успел оторваться. Я надеюсь, Маша сможет починить, чайник сможет починить генераторы там возле прохода. Стасик чинит генераторы там, где американские горки, а я починю здесь. И последний остается в кафешке. 3, 2, 1 и... Кампудак запущен. Первый запущен. Так, второй. Бежим сразу в кафешку, хотя опять вертолетная площадка. Опа-на, вот где патроны для дробаша на лебеде, вот этом вот появились, надо запомнить. Я надеюсь, что все же кто-то пошел чинить генератора здесь в кафешке, и этот кто-то 100% должна быть Натаха, потому что Натаха знает, что это самая опасная. Еще патроны, почему их никто просто не под... Винда установлена. Экстанил! Здорово, где ты был? А где ты был? На, гаечный ключ, полезная штука. После того, как мы все генераторы починили... У тебя карта. Что? Карту. Какую карту? На бочку. Нет у меня карты. Я в руке видел, у меня нет времени с тобой сюсюкаться. Сейчас скорее иду... Чайник на полу лежит, быстро! Ладно, бери карту это! Что, не прокатило? Подержись! Не получилось? Нет, стой! Отведите его кто-нибудь, дайте ее спасти! Он не сможет сюда залезть! Давай! Где еще один генератор? Ладно. Там отремонтировали, значит, или вот... Слушай, женщина, ты прикалываешься? Я что, в этой жизни только тебя поднимать без конца буду, а? Ну я что сделаю? Он только за мной охотится. Что? В смысле? Ты нафиг что? Не достань, не ё-моё хрень! За мной чайник. Опа! Эд, а ты посмотри назад! Посмотри назад. Да! Подними меня, пожалуйста! Бали! Побежали! Активировать! Давай! Поднимай его, банан, поднимай прямо сейчас. А ты поднимай чайника, а я пойду за мной к правой телебашне. Главное, бегите к правой. Фиг его знает, в какую сторону он побежал. И фиг его знает. Залезь сюда. Фиг его знает, в какой стороне находится радиоприемник. Пусти, залезай.
Залезай давай быстро, пока он сюда не пришел. Где? 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 Куда залезать? Где дырочка? Спасибо. И теперь наверх полезли и молимся, чтобы там был радиоприемник. Только не спихни меня. Я не буду тебя пихать, если его там не будет, а его там... Он есть! Не нажимайте! Тут какая-то штука! Тут штука! Никто на него не нажимайте, стойте! Здесь Хрейд сюда забраться не сможет, никаким лазером нас выстрелить не сможет. А где Натаха? Ее убили, видимо. В смысле, убили? Так она, походу, все генераторы, компьютеры почти... Так, какой код их занял? 4503. Банан. 4568. Стасик. А тут что, есть еще какие-то циферки? Так, я нажимаю, вы ничего не делаете. Поиск по частотам. Ой-ой-ой, это что, радио-шансон? Тихо, будь ты! Звезда. Звезда. Говорит маяк. Запрашиваю ваш код доступа. Шесть четыре семь восемь. Ну потопали нафиг. Неверный код. Подтвердите значение. Я ж говорил! 5403! В смысле неверный код? 6478! Неверный код. Подтвердите значение. В этой серии! Вот здесь вот! Там бы посмотри, нафиг, чтобы я туда сейчас сам не возвращался. Там было написано 6478. Еще раз, подожди, 6478. Неверный код. Подтвердите значение. Дайте кто-то аптечку, пожалуйста. Ты дурак, ты ее бро. В смысле? Ты нафига ее? Не толкай. Ты дурак, банан. Ну теперь иди за ней, принеси сюда обратно. Как я ее теперь принесу вот там? Вот так, да, ребят, стойте здесь. Я всю эту кашу, отойди в сторону. Я всю эту кашу заварил. Я всю эту кашу расхлебывать. Он поднимает. Да, как он опять поднялся? Дайте мне аптечку. Где он? В какой стороне? Я его потерял. Аккуратно, не наступи. Он там застрял, он походу там застрял. Я успею тебя поднять, стой. Держись, мужик, где? Где? Залезай внутрь, давай, только на ловушку не попадись. Да залезь, нафига. Ты зачем карту забрала? Открой ее обратно, правой кнопкой. Я просто хотел убрать ловушку. Залезай внутрь, я закрою. Я сейчас прибегу. Стойте там, никуда не рыпайтесь, если я, конечно, выжить смогу. Очень жалко то, что у меня нет адреналина, но... Он вроде за мной не бежит, он побежал, походу, куда-то за бананом. Я надеюсь, что вот... Вылезай и пошли за мной. Да быстро, вы, быстро давай, вылезай и пошли за... Какого этого лешего 9156? Ну что, каждый раз меняется, что? 9-1-1, вот я об этом... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежим, 9-1-5-6, запомни, по... 9-1-5... Давай, побежали, банан! Я знаю код, опять надо возвращаться туда, обратно на эту башню, надеюсь, Сикс надел, и вот это, и Стасик за это время не успели сохнуть. Какой код-то? 4-6-7-8 или какой? 9-1-5-6, заходите, быстро, и опять поднимаемся, смотрите, чтобы он опять как-то через вот... Да я! Господи, быстро поднимайтесь, как он подкрался туда! Там проблема, там банану плохо! Да, господи, я не буду его сейчас поднимать! Все, смотрите, чтобы он не будет так продиктовать код! 9-1-5-6! А теперь внимательно! Звезда! Код принят! Ожидайте в зоне эвакуации! Время подлета борта 2 минуты! Улетать будем? Ожидание вертолет. Мы феечки Винкс теперь. Вертолетная площадка. Вертолетная площадка, которая в центре там находится. Там вот так вот это. У нас две минуты. Там было написано, сказано, отпусти быстро, давай. Спаси. Пожалуйста.
я бы вас спас с огромным бы удовольствием, мои хорошие! С огромным бы удовольствием я вас спас, но мне было сказано 2 минуты до того, как прилетит какой-то нафиг вертолет. Херет сейчас как раз таки будет, он же не знает то, что сейчас вот этот вертолет прит. Нафига вы ползете-ка мне, если сейчас вертолет прилетит, то Херет тоже очумеет, не надо ко мне ползти, не отвлекай его внимание! Не надо, давайте быстро сюда, идите ко мне, блядь! Последний! Подними, пожалуйста! Он бежит, я спрячусь! Эд, мне не очень удобно лежа плавать. О, смотри! Меня отталкивает. Да я не могу подойти, он меня своими лопастями... Это 35 секунд, чтобы к нему подойти! Я не могу к нему подойти, он меня своими лопастями... На шифте подходим! На шифте... Я не хочу торчать здесь всю ночь. Да никто не будет здесь-то... Заходи внутрь! Заходи внутрь! На шифте! Быстро! У тебя 10 секунд, пока он сюда... Быстро, Даша, у тебя 8 секунд! Куда ты плывешь внутрь? На шифте! Стасик, я не хочу... Надо подойти! Там на шифте надо подходить, а не вот это вот все! Ты выиграл! Ты прошел эту игру! Ты это понимаешь? Впервые у нас победитель! Впервые за 10-20 тысяч серий! 9, 1, 5, 6! Я улетел! У меня, конечно, много вопросов, но я задам всего один. Какого фига это было? Я такой подхожу к центру карты, ты последний выживший, ну и Стасик. Ну Стасик сдохнул в конце концов. И тут эта махина подлетает, и ты на ней улетаешь. Что это было? На шифте он лопастями крутит сильно и отбрасывает. На шифте бедно-то. Хрейт не 6-4-7-8, а 9-1-5-6. Чего? Так ты определись, какой кот уже, а? Вот ты единственный выживший, ты даже объяснить не можешь, как ты нормально сбежал. Он каждую игру меняется, и каждую игру на этом компьютере, который в фонтане находится, разные цифры показаны. И каждый раз надо туда бежать и узнавать новые цифры. Понял, балбес? А не от твоих этих звезд зависит, от цифр. А как там полет? Как-то был телевизор, не знаю, там кофе подавали, что там было. Да, и видосы показывали в полете, которые слева с моим псом, и справа, который не с моим псом. Только я не понимаю, почему ты не докумекала то, что на шифте надо подойти? Я ж тебе 3 раза это сказал. Я жму, а меня откидывает назад, и все, вертолёт меня туда не пускал. Зато я видосики там посмотрел. Вот это я завидую, в следующий раз я с тобой полечу, обещаю.